ось така сім'я. Най-най-най, ось така сім'я. Батьківські поради. Дражнилки бувають різні. Бувають жартівливі, а бувають і образливі. Серед дітей дражнилки – це досить розповсюджене явище. І, звичайно ж, нікому не сподобається, коли над ними насміхаються. Чому ж діти дражнять один одного? Чи можна цього уникнути? Та як взагалі поводити себе дорослим, коли діти дражняться? У мене троє діток, і у мене ще старша дочка, помимо Аріни. И я очень часто наблюдаю, на самом деле, когда они дразнят друг друга. Это постоянная довольно-таки проблема. И они бегают ко мне, чтобы я всячески как-то разрешила их споры, вмешалась. И приходится по-разному творчески подходить к этому процессу. И первое, что нужно учитывать в этом, это возраст детей. Если я могу понимать, что младшая дочка это может делать по одним причинам, потому что ей обидно, потому что она чем-то расстроена, обижена на старшую, то старшая уже может это делать с какими-то другими целями. То есть ее кто-то до этого обидел, так обозвал, и она может проигрывать эту ситуацию дома, в более безопасной для себя обстановке. И поэтому я частенько, да, сталкиваюсь с этим. Так, у нас таке було. Ну, я думаю, основною проблемою цього на даний момент в нашому віці є те, що вони хочуть показати свою симпатію один до другого. От, наприклад, у нас це є. Далі заздрощі. Це теж може бути однією з причин, тому що вони все розуміють, вони бачать, в кого щось є краще, в кого чогось немає, і вони таким чином хочуть, можливо, принизити один одного, показати, що у мене це є, у тебе цього немає. Це теж може бути однією з причин. Чому вони так себе ведуть? К дразнилкам отношусь, в принципі, нормально. Встречал часто і в садике діти дразнились, і на вулиці, на дитячих площадках. Но у нас є вдома теж там своя дразнилка. Ми з своєю дочерю, я люблю подразнитися там, моя мама. У нас доходит до того, что там чуть бы не до драки. Ну, как это сказать, такая милая дочь с папой дерутся. Ну, в принципе, ничего страшного в этом не вижу. Самое главное, чтобы это не доходило до слез ребенка. Это игра, это все происходит играющие, то есть мы как-то увлекаемся, мама тоже подхватывает и начинает дразниться тоже с ребенком, что мой папа. Там я буду тёмать папу, нет, я буду тёмать папу, или моя мама, я первую потёмую маму. Ну, как-то так у нас происходит это в семье. Все люди рождаются, и это нормально, с врождённым элементом агрессии. Эта агрессия существует для того, ну, как бы для маркировки опасности. То есть у тебя есть шанс с помощью ее либо, если тебе угрожает опасность, либо бежать, либо дать сдачу. У деток она еще не переработана в том виде, чтобы вместо чистого вида агрессии мы получили какой-то продукт активности. Работа, опять же, родителей, вот эту агрессию переработать в активность. То есть в спорт, в рисование, там, в музыку, ну, кому что нравится. Понятно, что какая-то доля ее все равно останется в чистом виде, она необходима для выживания. Вот. Но тем не менее, вот агрессия должна стать способом для того, чтобы проявилась активность. Это энергия активности. Батьки насамперед мають працювати з дитиною. Праця з дитиною – це на першому місці, тому що потрібно проводити ігри з дітьми. Наприклад,
сказати, подразнити свою дитину і намагатися показати таким чином, що відчуває інша дитина в той момент, коли дразнить вона, там, наприклад, свого друга. Якщо, наприклад, дразнять її, ми маємо з нею також попрацювати і сказати, що особисто моя думка, лучшая защита – це нападіння. Тобто, якщо дразнять тебе, ти теж маєш не відставати, маєш дати здачу хоча б таким же самим методом. Коли дразнять, наприклад, моєго дитину, в основному я не вмішуюсь. І мама у нас теж не вмішується. Ми даємо їй вибір, вона повинна сама. Тобто розібратися з цією ситуацією. А якщо завжди буде допомагати батьки, це теж не дуже добре. Якщо вже суть доходить до драки, тоді вмішуємося. Якщо там якісь ситуації в пісочниці, наприклад, там підійшла, висипала відро на голову, ну, я не вмішуюсь. Мама там може, звісно, підбавити у нас, говорить, ну, ти теж і пісок на голову насип. Тобто це як, зробить ответний удар. Если, например, мой ребенок начинает тоже лезть, дразниться, бросать песок, да, мы делаем замечания. Ситуации, когда один ребенок дразнит другого, и он пытается втянуть в это родителя, чтобы он разобрался с этим. Очень просто наделать каких-то ошибок, если начинает принимать чью-то сторону. И если начинать кого-то ругать. При этом один ребенок может чувствовать обиду, затаить злость какую-то, и потом все равно это во что-то выльется. Поэтому я всегда стараюсь как-то переключить внимание. Во-первых, все равно проговорить, что так делать не нужно. И потом попробовать завлечь, перевлечь внимание на себя, что давайте что-то сделаем другое, давайте займемся тем, чем я, допустим, сейчас занимаюсь. И тогда у них переключается свое собственное какое-то негодование по этому поводу. Они, каждый услышал мое мнение, что я защитила одного и вроде бы не наругала другого, и мы вместе чем-то занялись. Когда ребенок не знает еще, что с ней делать, он тоже может проявить это вот, в том, что начинает дразнить другого. То есть здесь уже накладка происходит, такое взаимодействие. Агрессии как таковой, которую невозможно проявить как активность, и желание привлечь к себе внимание. Вот. То есть, конечно, это обидно, это неприятно, но если рядом оказываются вовремя взрослые, они, я считаю, адекватные взрослые, они в состоянии объяснить детям, что можно по-другому научиться общаться. Мое мнение, как себя должны вести родители. Родители должны всегда быть сдержаны. И я бы посоветовал всем родителям, как говорится, входить в положение ребенка. Вспомнить свое детство, как вы себя вели, как вели ваши родители с вами. Потому что сейчас поколение совсем другое. Ну, например, то, что у нас в детстве было, сейчас совсем другое. Дети совсем другие. Дети намного развитее, намного умнее. Мой совет в ситуации, когда дети дразнят друг друга, это всячески уделить внимание двум сторонам. И агрессору, так сказать, и пострадавшему. Потому что это такой как тревожный звоночек, что ребенку его что-то беспокоит. Он бы просто так по доброй воле, ну редко когда делает, от скуки, да, разве что, чтобы там проверить какие-то свои границы. Поэтому надо еще поговорить с ребенком, что а почему ты так делаешь, откуда ты услышал это слово. Вполне возможно, что его где-то обидели до этого, и он отыгрывает эту ситуацию. Если дети дразнятся, потрібно з ними працювати, перш за все, праця з дітьми. Тому що якщо батьки будуть ігнорувати, ні до чого доброго це не приведе. Так як вони все розуміють, і ще одне, з ними потрібно розмовляти як з дорослими. Ні в якому разі з ними не сюсюкатись. Потрібно своїх дітей любити, оберігати, і як би там не було, їх потрібно підтримувати в будь-якій ситуації. Не варто залишатися байдужими, коли діти дражняться.
адже бувають випадки, коли насміхання однолітками в дитинстві переростає у небажані наслідки у дорослому житті. Дорослі обов'язково мають відреагувати на ситуацію, в якій діти дражняться. Потрібно з'ясувати причини такої поведінки та авторитетно пояснити, що так робити не можна, і розказати чому. Любіть своїх дітей і терпляче навчайте їх життю.